На какой цвет светофора переходить дорогу, как оказать первую помощь и что носить в темное время суток, юные инспекторы знают на зубок. На слет движения ЮИТ, юных инспекторов движения, приехали школьники со всей области. Для них работает множество площадок. Наставники и сотрудники ГИБДД делятся опытом. Свои знания юидовцы проверяют, играя в квест. Но самое интересное – мастер-класс по фигурному вождению. Мы посещаем станции и показываем новым ребятам то, как их проходить, учим их правил дорожного движения, рассказываем о своем опыте. Так как мы уже волонтеры, мы прошли этапы, которые проходят сегодня ребята, и делимся с ними своим опытом. На слет приехали не только волонтеры и юные инспекторы, но и те, кого только будут принимать в движение. Школьники помладше только осваиваются в амплуа инспектора ГИБДД, а те, кто старше 14 лет, волонтеры, делятся опытом и рассказывают о своих проектах и акциях. Юные инспекторы учат правила дорожного движения и порой знают больше своих родителей. Слушай, а как родители относятся к тому, что ты вот вовлечена вот в это движение, они поддерживают тебя или как? Что говорит мама, папа там как? Да, они поддерживают. Ну, им нравится то, что я этим занимаюсь. Я могу прийти домой, то, что узнала новое, рассказать это маме, а мама такая: а я такого не знала, спасибо, что рассказала. На будущий год движению исполняется 50 лет, и подобное мероприятие – некая проба. Для участников это повод познакомиться друг с другом, а для организаторов – повод протестировать формат и получить обратную связь. Целью форума в первую очередь – это встретиться. Вот понимаете, мы очень редко имеем возможность встретиться, обменяться опытом, научиться. А еще у нас на этом форуме сегодня, кроме обучающих площадок, мы прорабатываем работу нашу на год, что нас ждет, и мы обмениваемся мнением, что они еще хотят увидеть в следующем году. Отряды юных инспекторов движения созданы для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Школьники пропагандируют правила дорожного движения среди учащихся школ и детских садов. Светлана Карпухина, Даниил Сурков, Управда ТВ.